создан был соответствующий алгоритм действий по их пресечению. Созданы совместные с военнослужащими Министерства обороны и сотрудниками ОВД мобильные группы воздушного наблюдения. На постоянной основе проводились учебные тренировки для проверки технической укрепленности в целях выявления наиболее уязвимых мест выставки. Созданы соответствующие условия для командированных из других областей сотрудников органов внутренних дел и курсантов учебных заведений Министерства внутренних дел. Решались их вопросы по обеспечению питанием и размещением. Обеспечение правопорядка и безопасности выставки было организовано под руководством межведомственных оперативных штабов, которые организовывали и управляли оперативно построенными нарядами на секторах и объектах, осуществляли сбор, обработку и анализ оперативной обстановки. В зоне своей ответственности принимали решения по локализации и предотвращению возможных угроз. Таким образом, благодаря принятым мерам, серьезных преступлений на территории выставки не было допущено.